Конечно, мы подтвердили лицензию стадиону, присвоена первая категория, она у нас и была, эта категория, но лицензия закончилась, мы сейчас это все подтвердили. Ну и плюс интегрировали систему доступа и продажи билетов с российской премьер-лигой. В принципе, ничего мы такого глобального не меняли, потому что у нас и так все было, в принципе, сделано под премьер-лигу. Ну, увеличили фанатский сектор до 2000. В принципе, стадион готов к приему премьер-лиги. Это показало, у нас уже не раз играли здесь команды, и Урал играл, и мы играли на кубок с командами премьер-лиги, поэтому я думаю, что будет все хорошо.